Жозефин Херт держит свою семью под контролем. Ее жизнь прекрасна. Две красивые дочки, сын гений, муж настоящий технический гуру. У нее есть все, о чем можно мечтать. Нужно только это сохранить. Но для ее семьи жизнь под гнетом псевдожизнерадостного матриарха невыносима. После побега старшей дочери с таинственным парнем Жозефин усиливает хватку, постепенно превращая свой безупречный дом в тюрьму строгого режима. Когда в дверь стучится представитель службы защиты детей, хранить секреты становится все труднее. Жозефин придется решить, на что она способна пойти, чтобы поддержать идеальный фасад счастливой семьи. Мама-мама, Корин Зальцкас.